Как его так по-дружески называет Адель Иванович. Лагутин. Малосипов, вновь Лагутин. Отобрал мяч сейчас Андреев у Лагутина. Входит в штрафную, но вновь ничего не удалось астраханцам и в этом эпизоде. Монасипов. Данилов. Монасипов. Поглядывает уже на свой секундомер арбитр этого матча. Марат Галимов. И вот звучит финальный свисток. 4-0. Сокол выигрывает и выходит в 1/16 Кубка России. Следующим соперником нашей команды станет...